Всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. Мы сегодня играем очередную игру. Ну давайте без особых разговоров начнем ее играть. Давайте посмотрим сюжет. Внимание, внимание, всем выжившим говорят, военная база Исход. Мы больше не можем удерживать базу. Черт, последний самолет улетел в порт убежал. Откуда отправить наш? Всем спасибо, срочно убирайтесь в эту точку. Мне нужна машина. Любимая, любая машина. Черт, я не смог чуть-чуть прочитать. Простите меня, но... То, что смог, я прочитал. Давайте нажмем на гараж. Так. Какая-то реклама выходит. Давайте сейчас сделаю одну лихую вещь, чтобы у нас не было рекламы. Все. Не будет рекламы. На топливо нажмем. Купим чуть-чуть топлива. Уйдем. Поехали. Так, первый день. Вначале у нас будет очень слабая машина. Кто ее играл, знаете. Ну, я эту игру играл неоднократно. И я решил снять по ней... Прохождение. Купить двигатель. Поехали. Второй день. Ну, я ее буду продолжать, если вы будете активны и ставить много лайков. Только в таком случае я буду ее проходить. А если вы не будете ставить лайки, не будет выходить видео. Так, нам говорят, ну не говорят, мы можем улучшить коробку передач. Кто не знал, это взаимодействует, когда ее улучшаешь на скорость автомобиля. И тем самым мы передвигаемся быстрее. Ну, без лишних слов, я сейчас помолчу. Закончился бензин. Накоплюха я, да. Защиту. Простите. Еще 28 баксов не хватает до брони. Пошли тогда зомби убивать, чтобы броню находить. Брони — это деньги. Получать. Машина уже дымится. Бензина нету. Вот, спокойно теперь можем купить себе броню. А сейчас мы будем купить на денег. Но просто с броней легче проходить через коробки и через стаи зомби.
Ну так. Медленно, наверное, добираемся до цели. Даже трамплин перелетели. Только перевернулись, а дальше не смогли. Давай тогда бензин прокачаем, а то вообще... Нет бензина. Да. Но пока только идем вперед. Тупо вперед. Никаких таких препятствий нету. Даже залетели сюда. Даже дальше чуть-чуть пошли, но бензина сейчас не хватит, чтобы перейти канализационную трубу. Такие прокачаем тогда. Нам говорят, рекламу посмотри. Деньги получи. Ну зачем нам это? Какой интерес? Лучше я просто буду убивать зомби и получать за это баксы. И апгрейдить свою тачку. Едем пока. Надеюсь, трубу пройдем. Да, трубу прошли. Дальше трубы тоже прошли. На горку забраться. Только одним колесом смогли. Вот тогда те двигатель. И поехали. Да. Я так тоже затягивать видео не хочу. Я сделаю его вот вроде, может, 15 или 20-минутное. Ну, когда мне надоест, тогда я его и закончу. Там уже, да, далеко пошли мы. Может, коробку передач? А может, колес? Не, лучше коробку передач. А на остальное у нас не хватает денег. В следующий раз, наверное, я буду копить на еще одну единицу. Девятый день. Да, нормальненький такой день, ничего особенного, только машина быстрее стала и все. На трамплинах будет высоко подниматься, дальше горку пролетела, сюда тоже полетела. Это тоже проехала. На горку не залезла. Печалька. Но рекорд мы побили. Ходи на пару сантиметров. Как по... Ну, как сантиметров? Скорее всего, метров. Опять убиваем зомби. Ничего такого фантастического. Все легко. Мы просто убиваем зомби. Mm.
Даже залезла в этот раз. Удивительно. Только вперед. Выломаем. Бензин закончился. Еще на единицу брони нужно 10. Айфон. Лучше возьму себе. Лучше возьму все колесики. Выглядит брутально. И чутка надоело это. Карт. Я хочу на другую заправку. Но для этого нужен хороший двигатель, коробка передач и много бензина. Очень много бензина. Проходим. Горку не залезли, но это тоже сойдет. Это нам понадобится, чтобы зомби нас быстро не прогрызали наш алюминий на машинке. Лучше не железо, чем алюминий. Вот так неспешно мы едем к своей цели. Не знаю. Дойдем мы в этой серии. Скорее всего, в следующей дойдем. Да, заправка. А на этой замечательной ноте мы можем попрощаться с вами. И я в начале видео говорил, если вы будете активны с лайками, я буду выпускать новые видео. А если не будете активны, я буду ждать, пока наберется 10 лайков хотя бы. Я знаю, что вы можете набрать 10 лайков. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых успехов. Пока.